Многодетной семье Дебенковых событие. В их дом провели газ. За последний месяц это 9-й адрес в деревне Оболдино, куда по президентской программе социальной газификации поступит голубое топливо. Суть программы – в льготном бесплатном подведении газопровода к земельному участку. У Лидии Викторовны три дочери. Для них газовое снабжение, действующее в автоматическом режиме, это не только значительная экономия средств, но и гарантированное тепло в холодное время года. Это очень большое событие для нас. Мы очень долго ждали, надеялись, что наконец-таки до нас доберется газификация, потому что отапливать дом электричеством – это, конечно, очень дорого, особенно в зимний сезон. И газ, конечно, это очень большая экономия для семьи. Обеспечение газом по программе социальной газификации выполняется для льготных категорий граждан. К ним относятся в том числе и многодетные семьи. Для льготников, подающих заявки на подключение к системе газоснабжения, процедура заключения соответствующего договора была предельно упрощена. Заявки от жителей принимают либо онлайн через личный кабинет клиента в Мособлгазе, либо напрямую в офисах организации. До границ участка им бесплатно прокладывают газопровод, а внутри участка и домовладения уже за их средства. Обеспечение льготников газом в рамках программы социальной газификации находится на контроле местной власти. Со стороны администрации городского округа Щелково проводится информационная кампания, которая позволяет донести до людей сведения, необходимые сведения, для, в рамках которой люди могут подключиться по программе социальной газификации. Социальная газификация в Щелкове проводится ускоренными темпами. Газовщикам удалось подключить дом семьи Деменковых к газоснабжению с опережением графика. В целом же в нашем городском округе построено 30,5 километров газовых сетей до границ участков жителей. По программе социальной газификации работы уже выполнены по 230 заявкам. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.